дыши спокойнее. Но точно сбей. Но точно сбей. Итак, в этой паре больше у нас тактических решений. Бойцы пока не идут вперед, но вот активно активничает у нас боец в красной майке. Сразу же выкинул два мощных удара, отправил соперника на канаты слегка, но сразу же синий боец у нас реабилитировался и продолжает бой. Напомним, что это только первый раунд. Основная у нас здоровье будет в остальных раундах, и бойцы уже показывают себя достойно. Вау! Обмен жесткими ударами. Не будет ли нокдауна? Нет, нокдауна нет. Держатся ребята в порядке сейчас. Показывают стойкость и силу духа. Итак, бой идет дальше. Обмен ударами в нос. Жесткая рубка у канатов. Выпустил сейчас боец в красной майке. Бойца с синей майкой из угла. И продолжается наш поединок. Все чаще оказываются у канатов. И это гонг. Гонг только первый. Вот, все, спокойно. Центр здесь. Через руку. Жестче, резче. Долго. Вау, ребята собраны до последнего удара в гонг. А напомню, что это только раунд номер два. И надо быть собранным и реагировать на каждый удар. Будь то удар по корпусу, будь то удар в голову. Нужно быть очень-очень внимательным и случайно не пропустить нокаутирующий панч от своего соперника. Итак, продолжается наш поединок. Мы смотрим все очень внимательно за ним. Активничают оба, никто не хочет стоять. Пассивно сейчас зажимает боец в красной майке своего оппонента в угол. Итак, бойцы начнут вновь в углах, в своих углах, проверят амуницию. Сам, долго. Руки забери, все понимаешь. Удары вообще не нужно принимать. Кстати. Надо эти касания принимать, лицо закрою. Двигайся, повторяй. Лево, право. Левое, правое встречает сразу. Руки собери. Вот, давай. Вот, молодец, вот. О, молодец. Вон сколько раз. И боец в синей майке сейчас начал активничать. Отвечать своему оппоненту за предыдущие два раунда. Тоже начал навязывать свой стиль боя. Пытается. Еще раз надавишь. Давай сразу. Атаку соперников, и я даже вижу, по-моему, первая кровь уже в этом бою появилась. Аккуратно надо играть, конечно же, все. Не травмировать спортсменов, ведь травмы это, конечно же, для всего нашего мирового спорта дело неблагородное. Поэтому главное не травмировать, это показать достойный бой. Оба спортсмена закладываются на полную, чемпионские раунды, по-моему, осталось уже одна минута. Аплодисменты бойца! Давление, дальше. Вот так, лево-право. Дальше дави его. Дави, Никита, дави.
давай. Вот так, еще. Подави. Сам теперь дави. Вот, давай, дави. Все, Никита, отпускаешь, дави. Никита, сам дави, находи силы, дави. Давай, ты. Буквально последние 20 секунд осталось. Никита, раунд, уже будет давай, иди, 10 секунд, дорабатывай, 10 секунд, дорабатывай. Еще, дорабатывай. Вот, молодец, еще. Вот, еще раз. Еще. Итак, мне кажется, ребята выложились на полную. Сейчас, как говорится, после боя кулаками не машет. Это Слэй не машет. Ясин Алексей! Представляющий трудовые резервы города Казань. Аплодисменты, аплодисменты парням. Выдали они действительно жаркий бой. Оба застойные и оба молодцы. Одеваются медали. Наши спортсмены, это парные дипломы и, конечно же, фотография.